Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб. Мы играем в игру под названием Супермаркет Симулятор и нажмем кнопочку «Продолжить». Мне подсказывали ребята уже в комментариях, что лучше всего это, ну, в этом вообще супермаркете, да, в принципе, как и в любом реальной жизни, это чтобы у тебя было структурировано все, чтобы у тебя было все поставлено туда, куда надо. Чтобы, допустим, злаки были, эти всякие завтраки были завтраками вместе рядышком. Ну, туалетная бумага, понятно, где-то возле химии. Чтобы хлеб был где-то с хлебушком. Вот хлеб есть, и вот, допустим, какие-то хлебные печенья. Но это сладкое. Но, в принципе, тоже хлебное. Можно как-то вместе это держать. В этом что-то есть. Чтобы, допустим, крупы были с крупами. Макароны с макаронами. Вот это, короче, важный момент. Но будем к этому... Будем это стараться как-то выполнить, как-то это придерживаться. Хотя и не слабо, что у меня тут какой-то прям суперсильный бардак. Но вообще цель нашего видео сегодняшнего, цель нашего видеоролика сегодня, это немножко сделать улучшение. В плане какого? Мне хочется купить себе морозильную камеру. Ну, наверное, поначалу нам нужно посмотреть, сколько она стоит. А, лицензия на товар хочется, но денег на нее нету. Но если мы купим лицензию на товар, тут у нас курица, фри, пицца, какие-то злаки, сливочное масло. Это, скорее всего, конечно же, будет в этом самом... В морозильной камере. То есть в морозилке. Она стоит 400 баксов. Купить ее можно, но не спешим. Почему? Потому что нам нужно позаботиться о том, чтобы у нас новый день, который начнется, чтобы он у нас был успешный. Вот я вижу, что у меня уже тут муки нет. Давайте начнем с нее. Раз, два, три. Вот, заказал, купил муку. И то же самое, кстати, о птичках. Касается, между прочим, не только самого, короче, своих полок, стеллажей в своем супермаркете. То же самое касается, на самом деле, и вот этого места. То есть у тебя должно здесь тоже быть как-то структурировано все правильно. Потому что память — это хорошо, когда ты запоминаешь. Вот здесь вроде бы, вот тут бы не должны были быть эти штуки. Это должно быть с детским вместе как-то рядышком, которые завтраки. А тут молоко что-то у нас делает. Чаи. Вот хлеб хорошо, ладно. Мука еще тоже к хлебному пойдет. Вот, допустим, вот здесь, видите? Давайте тогда яблочные вот сюда поставим. Хотя вот у нас одинаковыми. Во, это яблоко. Это вообще получается лишняя коробка. Пока что сюда ее. Вот, то есть яблоко, апельсинка есть. А здесь мы тогда сделаем вот эти это макароны. Макароны, которых 6 штук. А здесь мы поставим тогда другие злаки. Мы сейчас посмотрим. Если у нас где-то они тут выложены, то мы их сразу же устраним. Хотя вряд ли. Вот эти злаки. Мука тут что-то делает. А у меня их и на полке нигде нету, этих злаков. Детских злаков имеется в виду. Хорошо, давайте поглядим, что у нас с ними. Они, кстати, заканчиваются. То есть три пачки спокойно можно их заказать и поставить туда, куда спланировал. Вот так потихонечку, помаленечку будем стараться наводить порядки. Раз, два, три. Вот, три упаковки покупаем. Деньги 900 баксов. Вот, допустим, вот здесь пополняшку делаем. Можно будет самому дополнить, две упаковки где-то докинуть. А эти две упаковки, допустим, мы вот здесь с этими... Это у нас что? Это у нас молоко. Но было бы здорово, если бы молоко было бы в каком-то другом месте. Но пока что вот так. Вот здесь у меня будут злаки и эти злаки на одной полке. Молоко. Ну, молоко, молоко, молоко. Хотелось бы, чтобы оно было где-то с молочными продуктами. Допустим, вот здесь будет. Ладно, пока что. Пока что здесь. Это у нас, значит, не забыть, яблочная тема. Яблочная тема. Кстати, давайте их тоже сделаем вот так. Вот. Апельсин, яблоко на одном. Это мы убираем. Свободная полка. О, отлично. Так, хорошо. Макаронные изделия. Они близки, кстати, к муке. Пускай вот так тогда будет. Тогда здесь мы убираем. Это у нас печеньки вот эти. Значит, что мы с этим, мы решили вопрос. С этим решили. Мед. Что у нас по меду? По медику.
Медику, медику. Вот, 12 банок меда. Одну банку меда можно докупить. Сразу же себе помечаем. Такая кропотливая работа, ну, которую надо выполнять. Так, есть. Потом, что-то у нас тут вообще заканчивалось. Вот, допустим, этот моцарелла сыр. Три упаковки моцареллы, она где-то внизу. Раз, два, три. Так, берем, разбираем это дело все. Забираем моцарелла. Моцарелла, моцарелла, моцарелла. Вот, раз. Моцарелла. 2 моцарелла, 18. И он уже пошел ее раскладывать, по-моему, что там ее не хватало. Это у нас, о, детская, это вот жевальня. Мы хотели ее поставить вот сюда. Вот, 24, отлично. И мед. Мед — это сладкая тема. Ну, допустим, 12. О, 24, это мы убираем. Так, хорошо, с медом мы тоже вопрос закрыли. Молочко, тут этого вроде бы хватает, более-менее. Вода, соки, яйца маленькие. Ну, смотрим, теперь так, в принципе, вот у нас тут кофе, одна упаковка. Надо закупить кофе, значит, чтобы у нас в складе было. Чтобы сейчас день у нас был вообще топчик. Так, кофе, кофе, кофе. Две упаковочки кофе. Берем. Надо по два, каких-то хотя бы по два товара себе запоминать. И их брать, соответственно. Во, кофе у нас будет уже запасик. 17 уже, наверное, на день хватит. Смотрим дальше по моим запасам стратегическим. Так, 24. Детское снизу убираем. Хлеба 15, плюс там есть. Наверное, хватит. Вот этого печенья, какого-то кекса, 11. А со звездочкой? Где этот со звездочкой кекс? Со звездочкой кекс. Он где-то здесь? Кекс со звездочкой. Я его вообще нигде не вижу. Может, мы его прозевали где-то? Может, он все-таки и тут где-то был? Так, это арахисовая. Ну, нету его. Но, наверное, мы его сейчас поставим. Допустим, этот у нас будет тут. Значит, хлеб. Выпечка вот эта вот, короче, выпечка. Пускай будет на одном. На одном у меня вот этот. Раз, два, раз, два. Давайте по три. Они тоненькие. По три упаковки возьмем. Так, идем забирать. Так, это у нас вот это, 29 его. Очень много. Очень много. Даже переборщил. 47 на 2 дня, походу, хватит. Надо было 2 брать, не надо было 3. Так, это у нас с этим. Это у нас со звездочкой. Тоже такой хлебушек вкусный. Сладкий. Такое, типа, к чаю. Ну, вы поняли. Так, понемножку как бы я порядки навожу. Пытаюсь как-то себе немножко структурировать все, чтобы у меня было порядки. Так, смотрим, каких у нас продуктов. Вот этого вот. Вот у нас тут 30 единиц. Что это такое? Это сахарная пудра. Сахарная пудра, а это у нас получается рис. Ну, давайте сделаем следующим образом. Мы сюда сахарную эту пудру перенесем. И плюс у нас есть еще где-то полка с сахарной пудрой. Это мы устраняем. Полочка специфическая была или не была? Специфическая, специологическая, нужная, специфическая. Что-то такого намолол. Так, нету ее. Значит, у нас вот здесь. Сколько у нас? 30 единиц. А здесь мы тогда не рис поставим, а поставим тут другую сахарную пудру. Сахарную пудру, сахарную. Она где-то самого верху была. Где ты, где ты, где ты? Конфеты, не ту. Блин, что-то я и не вижу ее. Она такая, на ней еще писала. На ней еще писала. Блин, реально что-то в глазах все. Ребит, не могу понять, где она. А вот это, раз, два, три. Во. Сколько я купил? Две, три. Три. Берем вот эту тему. Хотя вот это сюгар, сахарная такая стружка. А это у нас тоже сугар, видите? И у нас полки неправильно. Сахарная пудра должна здесь лежать. Вот что она тут лежит? Тут неправильно. Вот здесь должна быть сахарная пудра. Значит, наша задача отсюда ее забрать.
структуризируем все, потому что структуризация у нас пошла жесткая. Вот, забрали отсюда сахарную пудру. Что ты сюда пришел? Не надо этого делать. Откуда он ее, кстати, не... Откуда он ее взял? Подожди, где-то у нас она была? Ага, вот здесь. Все, нашел, ладно. Сахарная пудра. Тут мы ее тогда уберем. Но мы ее накупили много, походу. Запасы будут. Запасы сахарной пудры. Хоть бы не забыть. Не хочу две полки забивать ею. Так, сахарная пудра. Она у нас много места занимает. Хорошо. По сахарной пудре мы вопрос закрыли. У нас одна свободная полка. Это не страшно совершенно. С туалетной бумагой. О, туалетная бумага — это наша проблема огромнейшая. Туалетная бумага. Ее постоянно не хватает. Раз, два, три, четыре. Пять возьму. Пять упаковок, посмотрим, насколько мне ее хватит. Вот, во-первых, надо ее выставить хотя бы на двух стендах. Ее супер разбирают быстро. Так, было у меня еще где-то под туалетную бумагу. Вот. Но мы морозилку сейчас прям не будем покупать, походу. Ладно, у нас тут 4 коробки. Туалетка. Туалетную бумагу могу вот эту коробку, которую я не доставил, тут оставить. А это на склад забросить. Так, вот тут мы ее наверху где-то ее хранили. И она очень много места занимает, эти рулоны. Вот, 4, 4. Еще одна туалетка. Она очень реально габаритная штука эта. Вот, 3 упаковки. Плюс это вот у нас тут все хорошо. 18, плюс еще есть заправочка. 8, 9 этого. Так, хорошо. Что еще? Что еще, ребята? Что и что, что? Но может быть уже стоит открывать день? Рабочий. Так, ну по этим полкам мы хотя бы чуть-чуть как-то разгрузились. Уже что-то как-то, где-то что-то как-то. 17, 20. По всем остальным полкам будем по ходу дела тоже немножко разгружаться. Вот у нас тут кое-чего, кое с чем реально проблемы есть. Ну вон, допустим, у нас очень сильно не хватает 12 всего подсолнечного масла. А это ж не годится. И оливковой, походу, тоже нету. Раз, два. Раз, два, купить. Две того возьму. Так, это подсолнечное масло. Допустим, вот сюда... Подожди, не могу забрать. Почему-то что-то такое. Это конфеты. Это конфеты. Конфеты, конфеты, конфеты. Подожди, я запутался. Сюда их. Это самая высокая полка. Ну, все нормально. Конфеты там. Это должно сюда ставиться тогда. Все, ставим. Подсолнечное масло. И оливковое масло должно быть у меня рядом. Есть, ставится. Все правильно. Немножко в этих путаюсь, значках. Того у нас там... Того у нас 24. 33. А это конфеты. О! 24 вот этого, 33. О, нормально у нас того и того. Все, короче, открываемся. Пускай пока клиенты идут, а мы будем присматриваться, смотреть еще, что у нас тут такого-то хотел. Вот это что такое? Это у нас, по-моему, мука или рис. Мука или рис. Одна упаковка там какая-то была. Раз, два. Возьму этого всего. Мука, по-моему, у нас была. Так, мы можем отменить вообще. Паста, мука. Во. Это пасту взял я 2 единицы. Потом, наверное, яиц возьму. О, мука. 2 пачки. Паста, спагетти. И рис обычный. Вот так. А почему? А у меня денег нет. Ого. На сколько я сумму? На $244 набрал. Ну ничего, пускай пока покупают. Ну пока есть товар. Пока попью. Освежился немножко. Так, ну мы так наблюдаем. Наблюдаем за происходящим. Туалетную бумагу можно будет догрузить. Соки можно будет доставить. О, вот это она сейчас берет. О, взяла. И мы сразу же... Оп-оп. И все. Эту коробку можно выкидывать смело. Выкидываем.
Так, хорошо. Немножко уже какая-то сладости со сладостями. Хлебушек вот тут. Вот это мне тут не нравилось, что мне тут где-то... хотелось бы мне как-то... Может, муку мы сюда перекладем, а сюда поставим злаки? Было бы логично, чтобы здесь была мука. Мука, ну да. Эта коробка пустая. О, соки берут как раз. Ай-яй-яй-яй-яй, еще одна коробка. А мы можем эту коробку загружать, допустим, муку? Не. Ну, коробку пока что экономим. Что там, сок? Может, сейчас возьмут. Ладненько, ладненько, 200 нету, 44. У нас там заказ на 244. Пока его нету. Такая женщина у нас сегодня в гостях. Свет у нас включен. Так. Этом берут, берут. Сыр. Кстати, сыр. Надо обратить внимание очень сильно на сыр. Обратить внимание на сыр. Такое у нее ожерелье, гляньте, какое там синенькое. Кассы заполнены, к сожалению. Вот эту муку подгребают. О, 280. 280 покупаем. И сейчас... Ой-о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 й. Вот. Мы можем сразу же ее и расположить, потому что она заканчивается. Так, мука. Мука. Хотелось бы какой-то вот стенд под нее, конечно же. Это у нас... спагетти какие-то. П-п-п-п. Вот они тут, 8 штук. 8. Две коробки. Еще сзади одна коробка получается. А что 8? Так, что он понес? Туалетную бумагу? Походу, туалетку потарабанил. Там же было. Разбирает туалетку, пипец, как быстро. Смотри, чук-чук-чук. Срут много люди. Люди много срут, ничего не поделаешь. Люди любят какать. Так, это мы выкидываем. Подожди, может быть, может муку забрать? Коробка не соответствует размеру. Вот, блин. Не подходит. Так. Так, 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 туалетка. Это макарошки. Сюда их пока что. Так, это у нас яички. Яички, яички, яички. Кстати, надо какое-то придумать. Он тут есть у нас под яйца. Это маленькие яйца, 11 штук. Это у нас рис. О, рис внизу, допустим. Тут я пока что, видите, у меня тут не очень структурировано все. Вот, тут как бы оно не вместе, не там, где бы хотелось, лежит. Все, как-то. Как-то, как-то, как-то. Ну, как бы рис хорошо, если бы он лежал где-то вот здесь, наверное. Этот рис и вот это вот макаронки. Макаронки и рис. А вот ну, тут эти, подожди. Собираем сюда его. О, оно, оказывается, у меня тут лежит. А это у нас рис. Сахарная пудра. Кстати, апельсиновый сок. А тут какой у меня был? Яблочный. Яблочный что-то не так берут. Так, много клиентуры. Так, с туалеткой. Можем помочь. Так, это... А можно забрать эту коробку? Тоже не подходит размеру. Как коробка под туалетной бумаги может не подходить по размеру? Она же огромная. Так, тут у нас спагетти вот эти. Так, ладненько. Это у нас рис. Рис, 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 рис. Который здесь отсутствует. Рис, 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 рис. Кстати, почему у меня жвачки, ой, конфеты и тут, и там? Убираем. Заметил. Кока-колы. Хотя бы вода там. О, это и кексы тоже. Почему они здесь? Кексы у нас отдельные. Под кексы есть полочка. Видите, структурирует. По чуть-чуть структура у меня выкладывается. Макарошки, рисовые темы. О, сыра вообще нету. Сколько времени? 6 часов. Сыр, сыр, сыр. Я давно замечал, что сыр заканчивается. Надо его закупить быстро. Успеть только бы. Раз, два, три. Сыр берут очень хорошо. Так, что там? Яйца такое. Вот это я брал недавно. Сыр, пармезан. Мыло еще возьму. Купить. Так, закупил товарчика. Так, это у нас рис. Зачем-то я его взял. Ой, что тут слабо света. Не хватает мне рис. Рис, держите рис. Так, это у нас что? Маленькие яички.
Вот тут их, видите, можно подвыкладывать, подложить, подложить. Подвыложить, подвыложить. Света капец как не хватает, правда? Хочется побольше света. Ну что, мы накопим денег, мы потом себе сделаем. Может, разработчики добавят как-то больше света? Что можно будет иметь побольше его? О, сыр там вообще, по-моему, заканчивался. Да его... Да нет, уже разложили. Молочко подзаканчивается. Пепси, шмепси. А где мы сыр хранили? Кто-то мне расскажет. Вот он, нашел. Кто-то мне расскажет, кто-то мне покажет. Подожди, почему не соответствует? Все соответствует. Сыр забрать сюда. Табличку убрать. Все. Сыр, 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 сыр. На табличку наводишься, и ты точно не ошибешься. Так, это разложено, мне кажется, что можно доложить. Так, это у нас какие-то там эти... О, 4 их стало. О, мыло, мыло, мыло. Мыло душистое. Так, яблочные соки пошли. Яблочные соки пошли. Это у нас сахарная пудра, которая пока что у нас тут... Все с ней хорошо. Так, надо ли доложить вот этого? О, можно. Отлично. Выкидываем на Викинштейн. Можно еще одну упаковку забрать, чтобы не валялась под ногами. Вот это... Тут можно даже где-то здесь ее оставить тихонько. Тихонько, втихую. О, рис заканчивается вообще. Заканчивается, призаканчивается. Рисовые белые штучки. Прям все стоят тут, прям как будто что-то не могут решиться. Брать или не брать? Брать или не брать? Так, рис сюда. Тут все хорошо. Вот эти спагетти, надо или там докладывать? Не надо. Чуть-чуть надо доложить. Доложим. Так. Что здесь? Оливкового масла не хватает. Катастрофически. Почему-то люди не могут взять его. Да потому что его на полке нет, ё-моё. Не успевает мой рабочий выкладывать все. Все, что от него требуется, не успевает. Ну ничего. Так, пшикалки нету синей. А уже 9 часов, мы не можем докупить этого товара. Хотя он у нас в наличии присутствует. Пшикалка заканчивается. Сейчас ее доложим сюда. Так, полон. О, пшикалка. Эх, пшикалка. 5. Что там? Мыло. Вот это. Попробуем. Вот, тоже доложим. О, кстати, можно выкинуть коробку. Так. Что там еще не хватало? Тут все нормально. Вот, сахарной пудры. Мы только что сахарной пудрой наводили порядки. Вот она. Хорошо, что я... Мне, в принципе, яйцам это, к этому, как бы мысленно к этому приходил, что нужен быть, должна быть какая-то структура в твоем магазине. Как-то все должно быть... Здесь полки одни, здесь добираешься к полкам другим. 2 прохода. Так, это что у нас? Яблочный сок. Докладываем его, и коробку, в принципе, можно выкинуть. Так, ну мне кажется... А с чего? А, пустая полка. Кофе. Кофе, чай. Кофе заканчивается. Чай еще был. Кофе 2 упаковки всего осталось. Очень вкусный кофе, потому что. Вот потому и разбирают. Так, мы сейчас с вами будем думать. Так, это у нас, по-моему, рис, но какой-то другой рис. Такое что-то... Какой-то другой вид риса. Вот он. Сурпрайм фрейм какой-то. Так, есть такое дело. Есть такое дело. Так, некоторых макарошки. Ну, попозати вот эти. Попозати, попробуем посмотреть. Я и взял упаковку, поехали. О, кстати, можно доложить ее. Попозати эту. Кстати, здесь было еще и вот эта штука. И вот эта штука. Все нормально. Пускай лежит здесь. На полках она присутствует. Есть кому раскладывать. Так, здесь нормально все. Вот заканчивается сахарная пудра такого плана, желтенькая. Пабло. Так, отлично. Жидкая типа. Ага, эти вот заканчиваются кексы и печеньки. Кексы и печеньки у меня вот здесь. Помогаю своему челику. Коробка закончилась, можно и выкинуть. Так, и плюс вот эти вот печенье. Или как это называется? Какой-то пирог сладкий.
Так, есть. Это сюда. А тут можно даже дополнить, добить, чтобы была поднабивка нормальная. Так, смотрим дальше, какого товара еще нам тут. Шампуни и мыло. Шампуни, мыло, шампуни. Шампунь есть. Много причем. Ну, это похоже на шампунь. Похоже на шампунь. Я его шампунем не называю. Не помню. Иногда такой товар, короче, ты на него смотришь, вроде как понимаешь, что это может быть, но не уверен. Это жидкое мыло. Это понятно. Это моющие там унитазы нарисованные. Так, яйца. Вот, надо посмотреть. Яйца хорошо. Молоко. Вот молоко, да. Мы тут где-то его выкладываем, у нас его ноль. Да, закончилось. Эта полочка дается. О, дала заполниться. Это отлично. Sugar нельзя заполнить. Ничего страшного. Тут у нас запасы кое-какие присутствуют. Тут мы ничего не подзаполним. Это не страшно, что здесь у меня лежит. Главное, что у меня полки забиты, что там есть 20 с чем-то товаров. Соль, хлеб. Соль, хлеб. Соль. О, можно помочь. Вот наша задача начинать новый день, чтобы у нас полки были заполнены до конца. Раз. Наша задача, чтобы у нас минимум 20-30 единиц товара было на складе. Вот, и тогда успешный день будет. Так, что там еще было, забыл уже. Хлеб и мед. Ага, он хлеб подгрузил. Хлеб. А я возьму вторую. У него не хватило в коробке, видимо, его. Вот, чуть-чуть помогу. Хлеб и мед. А вот мед, мед. Это же сладкое, правильно? Сладкое. Кстати, закончился апельсиновый сок. Вот у нас как бы было бы логично, если бы мед мы здесь хранили. Вот, это сахарная пудра. Сахар, а здесь мед. А где мы сейчас мед храним? Вот здесь. Давайте его переставим. Это типа сахарок. Но с одной стороны логично. Да. А с другой стороны сахар бы должен был бы где-то здесь быть, возле мыла. Мед, вернее. Только может быть нам мыло нужно сюда перенести, а здесь поставить мед? Чтобы с сахарной пудрой был рядом? Ну это было бы прикольно. Так, а что тут у нас по мылу? По упаковке мыла 7. Открыть. Не, открыть. Ну, тут его не очень много. Закрыть. Положить. Взять. Открыть. Тут две баночки. О, мы можем весь все мыло, по идее, отсюда забрать. Сейчас я это дело переделаю. О, поставить коробку. Взять эту коробку. Все мыло отсюда забрать. Так, и вот сюда устранить. Теперь с медом. Клиенты уже все рассосались, в принципе. Берем мед. Мед нам нужно весь отсюда забрать. Коробка полная. Вон, блин. И берем другую коробку с медом. Но если сейчас будет... Подожди, где коробка с медом? Коробку открыть. Тоже полная. Но это не очень хорошо. Допустим, я хочу мед сюда... Чтобы здесь у меня мед был. Освобождаю коробку. Отсюда тогда мед забираем. О, можно вот так такой сделать фокус. Здесь у нас получается... Можно аналогичную полку там делать. Как здесь, так и там. Но мы это постепенно к этому придем, правда? Придем. Значит, это у нас мед. А мыло у нас тогда, эта химозия должна быть вот здесь. Допустим. Мы постепенно придем к каким-то умозаключениям, как грамотно все расставлять. Но это со временем будет. Так. Мед мы все-таки сюда вот складируем. Мед мы все-таки сюда вот складируем. Мыло мы возвращаем на свою позицию. Сюда. Так. Что здесь у меня? Яблочные. Сахарная пудра. Забито все. Стоят здесь упаковки. Какие? Это все нормально, это все нормально. Все, нажимаем Enter, пропускаем день. Сколько товаров не найдено? 11 по какой-то причине не нашли товары. И я не понимаю, почему так происходит. Идем на следующий день. У нас, к сожалению, 3 товара потеряли свою цену, упали в цене. Один товар всего лишь вырос. Сейчас будем эти все товары высматривать. Значит, у нас молоко упало в цене. С молоком у нас и так были проблемы, оно у нас закончилось, как я помню. Мы должны его поставить...
Мы должны сразу же его закупить. Значит, мы покупаем его 3 упаковки, и по идее нам должно его хватить. Первую упаковку мы в холодильник выгружаем. Во, молочко. И меняем ему сразу же цену. Это у нас, он упал в цене, доллар. Но мне писали, что можно чуть-чуть наценку давать. А чё двойка не пишется? Почему двойку нельзя написать? Два нажимаю, не пишется. Не понял. 3, 1, 2. 1. Вообще не понял. Уберу все. 2.0. 2.0. Хорошо. Пускай будет молочко по 2 доллара. Так, молоко. Но если у нас есть под холодильник тоже специфическая полочка, то нам нужно такую же специфическую полочку вот здесь сооружать. Правильно? Под молоко. Яйца. Ага, яйца, это яйца. Яйца должны быть с яйцами? Вот по идее, да. Кстати, птичка, почему? Вот так там должно быть. Молоко. Или, подожди. По идее, если молоко с самого верха, то мы его с самого верха пихаем. Раз. Будем примерную полку такую же здесь сооружать. Во, молоко. Потом под молоком хотелось бы, чтобы шли, допустим, яйца. А у меня тут йогурты. И что делать? Йогурты, йогурты. Ну попробуем, купим сейчас 2 упаковки йогурта. Так, а мы, подожди. Мы тут должны цены поменять вначале. Прежде всего. Но йогурта у нас и так, они заканчиваются. Так, мы поменяли цены на молочко. На что там еще цены были изменены? О, конфеты выросли в цене. Давайте на них цену и изменим. 5, 30 поставлю. Там 29, 30. Так, конфеты. Поменял. Это тоже, кстати, сладости. И было бы хорошо, если бы эти сладости находились вот здесь. А эта химоза находилась вот... Но опять-таки, химоза. Что значит химоза? Ну, тут такая полочка у нас сомнительная. Сладости, туалетная бумага. Тут как бы... Ну, как бы тут уже забито. Химия, видите, все химия. Для туалета химия. 1, 2, 3, 4. Это получается... 5-я полка для, под химию. А на сладости, ну, в принципе, пока неплохо. Но это немножко мне не нравится. Ну, пофиг. Так, поменяли мы цены на что только что, я уже сбился, ё-моё. Молоко сделали. Пирог. Пирог. Конфеты поменяли. Пирог. Пирог 4.12. Ну, 4.20 поставлю, ничего страшного. 4.20 пирог. Так, идем дальше. Это 3-я позиция была. Конфеты поменял, увеличил цену. И вот сыр пармезан упал в цене, к сожалению. Сыр пармезан стоит сегодня... уже у нас 4.81, поставим 4.90. Так, все. Теперь смотрим по своим полкам. Тут у нас все хорошо, более-менее. Тут у нас все заполнено. Тут у нас пустеет полка, на секундочку, на минуточку. Так, здесь у нас... В принципе, полки все загружены. Конфеты. Вот почему конфет не хватает? Неужели потому, что у нас здесь конфеты? Они тут есть. А что он их не дополняет? Странно. Почему он их не докидывает? Хм. Работничек, ты чё? 10 конфет. Надо купить еще хотя бы 1 упаковку. Так, идем эти конфеты выискивать. Конфетки в корзиночку. Оп. Купил. Так. Конфеты должны у нас быть... О, 22, и тут плюс на этом стенде, все хорошо. Тут все забито. Теперь склады. Значит, соль, у нас 10 единиц соли осталось. У нас кофе 11. Кофе и соль. Давайте это дело приобретем. Так, кофе. Соль. Подожди. Это соль. А кофе я взял? Блин, я что-то вообще забываюсь. Кофе. Купить.
Купить. У меня 1600 долларов, и мы хотели с вами сделать приобретение. Купить новый вид товаров. Но прежде чем мы должны купить новый товар, мы должны, наверное, счета оплатить. Развитие, купить себе уже морозилочку. Мы посмотрим, сейчас хватит ли мне. Так, мебель, морозилка. 400, купил. Так, морозилку, смотрим. Вот эта морозилка. Мы ее сейчас тут где-то впендюрим. Не могу поставить. Не, я-то могу, но тут просто не мешает. Кое-что. Морозилочку приобрели. Ура! Вот тут, допустим, она будет стоять. Пока что вот так. А ничего там не будет страшно. Вот, и мы должны туда что-то понапихивать. У нас тысяча. У нас всего лишь 1000. Сколько стоит новая лицензия на новые товары? Развитие, раздел, склад, счета, лицензии. 1100. То есть, если сейчас куплю на новую лицензию, мне просто банально не хватит денег. А мне надо какой-то товар еще, наверное, покупать, чтобы забронь... Как бы надо открываться, короче. Смотрим. Включаем свет. Может быть, сейчас лицензию возьму. Так, 8 муки. У нас муки мало. Этой муки нам не хватит. Надо купить 2. Потихонечку пополняем полки. Магазин пускай работает. 8 муки. Раз, закинул. 16. Так, 16 муки. Так, мука. Ну, пускай пока тут полежит. Так, это у нас кофеентус. Наверх 19 стало кофеентуса. Вон, кофе нам теперь на день 27, плюс там, что на полке лежит, 100% хватит надолго и нудно. Надолго, на долгие времена. Так, что это такое у нас? Соль есть. Готовчик. Значит, что мы смотрим дальше? Смотрим на наши денежки. Соки. Апельсиновые соки у нас вообще отсутствуют. Апельсиновые соки на складе. В корзину. 2 апельсиновых сока. Стараюсь экономно. Апельсиновые соки туда. И плюс поможем своему чудику. Расставим сюда упаковочку. И апельсиновый сок вернем. О, 31 апельсиновый сок. Этого с головой должно хватить на целый день. Так, смотрим. Хлеб. Всего 7 буханок хлеба. Это никуда не годится. Это быстро разберут. Покупаем 2. Так, хлеб внизу чуть-чуть поможем. Чутка поможем. Хлеба разложим. Там-парам-пам. Так, хлебушек. Сюда. Что тут у нас? Вот, тут что-то взяли. Подложил, подкинул. Так, макаронки взяли. Подкинул, помог. Так, макаронки. Арахисовый взяли. Подкинул, помог. Ну, тут что-то я, видите, могу подкидывать, помогать. А тем временем... Ух ты! НАСА! Прикольный челик, правда? Прикольный дядька. Так, дядька, слушай, ты прям заслуживаешь, чтобы попасть на этот самый... На превьюшечку, я так считаю. Так, что у меня здесь? Смотрим еще внимательно. 20 этого хватит. Сахарной, по идее, хватит. 42. Но тут всего в достатке. Смотрим здесь. 9. Молочко 13. Вот этих вот, как его... Как они называются? Маловато. Как они? Вот это, которое в цене упало. Надо докупить. У меня 1300. Мы можем купить новую себе, позволить лицензию. Как вы думаете? Стоит ли мне рискнуть сейчас? 9 штучек в упаковке. Так, может, их разобирают там? Что-то не особо. Так, ну, наверное, сейчас буду рисковать. Куплю лицензию себе, морозилку плюс лицензию. Это топчик будет. Давайте покупать. Но если у меня сейчас, конечно, будет облом, если у меня какой-то полки не будет хватать. Но товара у меня довольно-таки много. Пофиг, берем. Так, лицензия на товары. Покупаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть новых товаров. Е-е-е. Мотаем вниз, смотрим. Значит, сахар. Сливочное масло. 2 упаковочки. Берем. Купить. Так, сливочное масло. Сразу его сюда запихиваем. Морозилку, правильно? Тебе нужно фридж. Сливочное масло в холодильнике. В холодильнике. Фридж нужно купить. Капец, я не знал этого. Мебель. Сколько стоит? 375 долларов фридж стоит. Блин,
Блин, я думал, морозилка. Так, ладно. Маркет, продукты. Смотрим. Холодильник, полки, морозилка. О, курица, морозилку берем. Две курицы, хотя бы такое. Хотя бы такое, две курицы. Курица, морозилку. Пум-пум-пум-пум. Разложил. Чик, цену установить. Быстро. 9.32. Хорошо. 9.32. Курочка. Курочка, курочка, курочка. Курочка на слады. Просится или не просится? Опа, сюда ее. Так, это что такое? Это у нас масло. Мне нужен холодильник. Мне нужен большой холодильник. Маленький даже не хочу брать. Невыгодно. О, могу позволить себе холодильник еще большой прикупить. Интересно, а мы можем этот немножко подвинуть? Бумц. Это два маленьких. Это два малютки. Ой, что-то он там присаживал, собрал. Есть. Большой холодильник приехал. Ура. Так, повернуть. Есть. Масло. На самую верхнюю полку. Чпунь, 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 чпунь. Есть. И надо поставить цену. 2.63. Опа, есть. Так, это выкидываем. Так, потихонечку, помаленечку двигаемся. Так. Масло, куда ж тебя-то запихнуть-то, а? О, подожди, это неправильная была вещь. Это сюда надо было. Масло. Блин, у меня опять бардак назревает. Кассы заполнены. Мне нужно еще одну полку срочно. Мне нужно еще одну, ребята, полку. Большую. Ну, такую, типа, для склада. За 200. Берем, пофиг. Гулять так гулять. Берем еще одну. Это будет чисто под новый товар. Куда мы ее поставим? Блин, у меня столько покупок новых. Прикольно. Так, это у нас, значит, масло. Наверх его туда. Масло есть. Что там у нас еще? Молочко. Надо подгрузить. Давайте подгрузим. А там еще есть. Так, помогаю, как могу, своему дядьке. Он же шверняк не справляется. 100%. Так, спагетти, шмагетти. Это все на мусорку. Так, это сюда. Хлебушек. Чуть-чуть. Чуть-чуть есть. Курицу всю разобрали, смотри. Блин, он не успевает раскладывать. По улице бумаги нет. Сралки нет, сралки нет. О-о-о, срать нечем людям. Продукты. Капец, мы не справились. Снова провалили. Все пропало, все пропало. Срать людям нечем. Людям, вернее, срать-то есть чем. Вон, еда-то есть. Людям нечем. Это самое. Жопу вытирать, вот что. Так, сюда ее. Уже вечереет, морозилочка. Ну мы не заполнили до конца морозилку. Проблема. Проблема. Так, sugar, sugar. Морозилку-то мы до конца не забили. Так, курочка, шмурочка. Что там еще? Холодильник, новые товары. Новые товары больше мне... Злаки. Цена за штуку. Новые какие-то. Масло есть. Морозилка. Картошка фри. Пам-пам. 9 часов. Все, я больше не могу ничего купить. Мама-мия, мама-мия. Ну ничего, ничего, ничего. Мы купили хорошие товары. Много купили товаров хороших. Ну-ка, и морозилочка топчик. Только уже тон курицы что-то не наблюдается. Хлеба дополним. А чё он курицу не несет? Подожди, где я курицу запиндюрил? Вот она. Не успевает дядечка с курицей-то. Не успевает. И морозилка, то есть, два деления, по сути, имеет. А курица так много места занимает. А сколько там товаров на морозилку? Давайте поизучаем. Интересно же. Так, холодильник, полки, морозилка, полки, морозилка, морозилка. Ого! Может, оно меньше места занимает? Вот эти... Ну, я не... это надо изучать. Либо мне нужно еще одну морозилку закупить. Либо же мне хватит это единственное. Курица очень много места. Мы поняли, что она занимает. Полки. Мешок с картофелем. Вот так вот. Прям мешок. Наверное, дофига места тоже забирает. Ну, товаров добавилось. Добавилось товарчика. Вопросов нет. Так, пшикалка синяя. Мы день доиграем по-любому. Пшикалка синяя присутствует у меня. Надо ее подставить. Ой,
Что-то как-то подстава, подстава. Подставить подставил. Подставить подставу. Короче, сам себе взял полупустой ящик. Так, сюда его. Так, это что у нас? Это у нас соки. А чё? Подожди. А, молочко. Все, понял. Молочко, хлебчик. Хлебчик есть. Чего не хватает? Моющего средства этого жопного для посуды. Да блин, его тут как-то... Это куда? Заполнен. Какие-то макаронки. Где макароны? Попробуем, повыставляем. О! Получилось. Молочко. Не забрали. Не забрали. Так, чё? Этот шампунь зелененький. Зелененький он был. Заканчивается. О, выгрузил полностью. Смотрим, что еще можем. Ой, кофе закончился вообще. А кофе есть. Видите, он не успевает банально, бедный человечек, выставлять все. Бедный еще. Надо еще одного помощника. Что-то не находят. Ну да, что-то не находят. Мука вот этот красненькая такая вот. С беленькой внизу хероборина. Так, выставляем ее. Уровень... Ой, там еще и падает левел. Видели минус у меня? Уровень магазина упал, когда мне не нашли товар, видимо. Так, мука. Рис синий такой. Синий рис этот вот. Синий рис. О, одна упаковочка. Там было еще синего риса. Было 10 штук. Давай его выгрузим. Так, молочко, которое в упаковках тоже. Если тут... Тут у нас где-то раньше внизу было. А, это конфетки. Ага, это закон. А конфетки? Что по конфеткам? Конфетки разложены неплохо. Так, что там еще у нас? Масилка. Кока-кола любая. И ту требуется дополнить. И ту кока-колу надо бы... Так, это у нас вот это. Ну да, сегодня я не сказал бы, что я прям классно справился со своей всей работой. Просто у меня рук не хватает. Банально рук не хватает, чтобы все-все-все делать четенько. Так, ну ничего-ничего. Так, спрайт вообще 7-Up. 7-Up, 7-Up. А, он есть. Но там одна бутылка была или мне показалось? Одна бутылочка кто-то себе возьмет. Счастливчик какой-то. Так, молоко. Тут все доложено. Хлеб не брали. Это не брали. Так, что-то он тут тупит. Ну реально он тупит. Почему ты ничего не берешь? Что ты на месте стоишь? Вот я не могу понять, почему он так затупливает иногда. То есть он вообще ничего не разгружает. Ну это ж ненормально. У меня куча товара, который надо разгрузить, а он не работает. Он тупит. Блин, это какой-то баг. Это нечестно. Я зачем его нанимал? Че он тупит-то? Стоит. Я сам теперь должен раскладывать все. Я помощника хотел себе, а не тупилу. Че он тупит? Стоит, тупит. Ну че он там стоит? О, пошел. Какой-то тупила реально. Постоял. О, взял, пошел. Ну, как это так подлагивает иногда. Это бесит безумно. Не могу понять, почему так. Я как бы все понимаю. Тяжело ему работается, бедолаги. Ну, блин. Ты же зарплату получаешь. Че ты тупишь, стоишь в одну точку? Ну, люди товар не могут найти. Из-за тебя, блин. Бабки тратим. Репутация магазина падает. Че за работник? Давайте мне другого. Это куда тупенький. Так, выкладываем товар. Ладно, займемся уже всей этой херойборой в следующий раз. Сегодня уже видео получилось длинное. 50 минут сегодня страдал для своих подписчиков. Enter нажму. Еще надо на следующий день. 18 товаров не нашли. Ё-моё. Магазина уровень очки плюс 250. Но мы... Мука выросла в цене. Мы как бы в плюсик идем. Так, 4.11. Да, просто на 4,11 цента поменяем. Все остальное упало в цене, как назло. Что-то как-то все падает в цене. Падает. Молочко.
Один, 79, 80. Так, молочко. Я ж потом просто забуду все поменять. Так, муку мы посмотрели. Молочко изменили. Мука. Полки. Красненькая мука. Так, 6, 29. Даже 30 можно поставить. 34, пускай будет. Так, эту красную муку мы... И видите, оно спрыгивает. У человека, когда я захожу, я хочу, чтобы на этом месте останавливался. А оно спрыгивает у меня. Так, один товар, второй, третий, еще где-то четвертый был. Четвертый. Во, конфеты поменялись в цене, да? И все. Конфетки, бароночки. Так, 4. Там можно 4.30 оставлять. Хорошо. На этом, пожалуй, наше видео подошло к концу. Надеюсь, вам видео понравилось. Морозилка. А подождите-ка. Подождите-ка. Нет, 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 нет. Еще не конец. Значит, у нас была морозилка курица. Раз. Морозилка микс. Два. Морозилка... Вот это наш вопрос волнует. Волнует. А что три упаковки? А, может, мы раньше еще заказывали. Пицца, допустим. Ставим пиццу. Раз. Два. Ага. Забирает целый... А это что у нас? Это у нас фри. Нельзя одинаковым. То есть нам нужна еще одна морозилка, чтобы разгрузить туда не пиццу, а эту самую. Еще и одна коробка полностью не выкладывает. Ого. Нам нужно еще одну морозилку покупать. Поняли? Вот это папандос. Вот это папандос. Чтобы картошку фри, нужно еще один морозильную камеру. Ну, здесь две поставим в ряд. Но тут солнце светит. Ну, пофиг на солнце. Срать мы хотели на солнце, правильно? Все, ребята, сохраняемся и выходим в главное меню. С вами был организатор. Не организатор, а основатель супер-пупер-дупер супермаркета Ниломоп. Увидимся в следующих видеороликах. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока.